Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 24 августа 2016 года, и мы с вами начинаем утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Сегодня у нас с вами среда. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Улюген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Альпари». Мы с вами обсуждаем движение трех валютных пар – евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс-золото. Иногда рассматриваем другие экзотические валютные пары. Рассматриваем их при помощи стратегии «Последний поцелуй», которая помогает вовремя сориентироваться, куда идет рынок – вверх или вниз. Дело в том, что у рынка всего два направления, и трейдеры всего мира пытаются извлечь с этого прибыль. Занятие достаточно интересное, но если оставаться против тренда длительное время, это губительно для депозитов. Поэтому данная стратегия спасает депозиты и вовремя направляет вас в нужном направлении. Для того, чтобы посмотреть, что там сейчас на рынке происходит, давайте переключимся на экран. Я желаю вам удачной среды. У нас осталось 3 торговых дня. Ну а там заветные выходные, когда нужно будет считать прибыль. Переключаюсь на экран и вместе с вами смотрим, что там происходит сегодня на рынке. Всех еще раз приветствую в чате. Сергей Макаров, Новосибирск. Так, где Владивосток? Так, Владивосток. Все, Владивосток на месте. Орск на месте. И Алмата тоже на месте. Добрый день, доброе утро, Владимир из Алматы. Поехали. Так, во-первых, я вот здесь нарисовал интересную такую фиолетовую линию по евро-доллару, интересную фиолетовую линию по фунт-доллару, интересную фиолетовую линию по золоту. И рассматриваю эту фиолетовую линию. Как вы думаете, что это за фиолетовая линия? Что она означает? Эта фиолетовая линия означает? Правильно говорить. Эта фиолетовая линия означает линию шеи. То есть у любой разворотной фигуры, будь это head and shoulders, горбатый верблюд, трехгорбый бегемот или там, не знаю, какой-то прогнувшийся гимнаст или еще какой-то там, не знаю, выплывающий дельфин, у всех вот этих фигур у них есть линия шеи. Вот, поэтому линия шеи определяется по нашему с вами секрету очень просто. Присели, подошли, еще раз присели, пробили, да? Что такое пробитие, а что такое ложный прокол? Давайте вспомним, как нам ставят в больнице уколы. Если нам иголочку, всунули, ее сразу высунули. Это называется ложный прокол. А если иголочку всунули, и она куда-то там убежала, не знаю, в организм, это называется пробитие. Так вот, линию шеи вчера мы по евро-доллару аккуратненько два раза сделали укол. Один укол мы сделали антибиотик, и второй укол витаминчиков вкололи. Все, и дальше ушли вниз. То есть, что мы сделали с линией шеи? В шею тоже иногда можно уколы ставить, да? Вот. Мы ее два раза укололи и не теряли иголочку, то есть не уходили телами выше этой линии. Укол, возврат, укол, возврат. Значит, линии шеи по евро-доллару вчера сдержала. И во время сдерживания вот этой линии шеи мы с вами определили, что вот это был опасный поцелуй, который вышел и закрылся со стоп-лоссом. Потом вышел и отдал тейк-профит. Внимательный трейдер, который по ночам торгует, не жалея своих глаз, нервов и других каких-то там, человеческих каких-то качеств и достоинств, который торгует по ночам, он получил этот тейк-профит. Выглядело это вот таким образом. Вот она, наша вчерашняя опасность, которая сформировалась во время дневного обзора. Она как раз-таки сформировалась на последнем касании фиолетовой, правильной фиолетовой. То есть коснулись, я сейчас покажу, как она выглядит. Подлетели, пробили и фиолетовый, и 100% возврат. Люди здесь зашли, отпипсовались до 161 без касания 76. Помните, да, вот этот вариант, когда мы условно, я условно, потому что я не успевал все это делать, да, одновременно. Раз, 161 без 76, а потом снос. Но, выше вот этого хая тела мы не закреплялись, поэтому живой коридорчик вышел, смотрите, без пробития 161, 76 не коснулся, 261 снес. Тейк-профит отдал.
Давайте проверим, как он не касался 76-го. 76-й, вот здесь вот написано, 13,347. Ага. Мы с вами знаем, что по евро-доллару мы стоим на 3 пункта выше. То есть 13,377 должен был стоять стоп-лосс. Но обратите внимание, какая точность. Хай вот этой свечи 13,347. То есть он просто подошел, постоял на нашем 76-м и спрашивает. Ребята, кто учитывает спред, того не трогаю. А кто не учитывает спред, до свидания. Выключает их и идет на 261. Поэтому учитывайте спред. Вот здесь вчера был take profit. Замечательно. Пипсовка, бах. Стоп-лосс вышел и отдал 261. Все хорошо. И вот в этот момент понятно, что мы уже находимся ниже фиолетовой линии по восходящему тренду, который формировался вчера днем. А сегодня у нас уже вновь нисходящий тренд. Почему? Потому что сегодня мы занимаемся перетяжкой нижней линии и спрашиваем себя, ну ладно, здесь был take profit. Сейчас я уберу зелененький, чтобы... А дальше что? А здесь был take profit? Выход, снос стоп-лосса, выход и был take. Вот второй take profit. Ну, если вы занимаетесь перетяжкой мебели, да, к примеру. Смотрите, вышел, снес стоп-лосс, ничего страшного. Вышел, вот, добавили второй раз. И отдал take profit 261. Окей, значит, дальше тянем. Тянем дальше. Вышел, стоп-лосс не задел. И пипсовку на 161 уже отдал. Пипсовщики здесь уже сейчас сидят, музыку включили, пиво разливают и говорят, все, мы пипсовку забрали. Мы здесь везде take profit, а здесь еще и пипсовку забрали. Давайте проверим. Смотрите, в большом коридоре стоп-лосс 13,218. Подводим сюда и спрашиваем, снесло ли нас? Хай этой свечи 13,218. И эта свечка вновь сказала, кто спред учитывает, того не трогаю, кто не учитывает, до свидания. И отдает 161 уровень. Где сейчас находится евро-доллар? Вытягиваем дальше, здесь вытягиваем дальше, вот здесь. И что мы видим? Евро-доллар столпился на сотом уровне от нашей вытяжки и говорит, если я пробью этот уровень, ребята, я пойду глобально, а дальше я хочу пробить еще и вот это. Поздравляю внимательного трейдера, который не спит по ночам и забирает свои тейк-профиты против шерсти. Ну, не то, что против шерсти, вот я имею в виду в раннем развороте. Смотрите, как ранний разворот выглядел замечательно. Кто вчера руководил заливанием пола восходящего тренда? Конечно же, вот эта белая свечка и вот эта белая свечка. Вот именно вот эти две белые свечки, они заливали пол восходящего тренда. То есть, что такое? Тренд должен был развиваться согласно этой фиолетовой. Но этого не произошло, и первый сигнал уже был здесь. Раз, ребята, я за пределами фиолетовой. Первый сигнал. Потом вновь в фиолетовую входит, как будто бы всех обманывает, но нас-то он обмануть не может, потому что у нас здесь стоит красная линия, нам нужно пробитие красной линии. И вновь пробивает фиолетовую. И вот здесь уже было, нужно было точно принимать решение, что евро-доллар развернулся. Окей. Что будет сегодня? У меня, как вы видите, продажи. Почему эти продажи происходят? Давайте я вот здесь вот на экране сейчас теперь подведу резюме. Итак, линия шеи получила вчера два раза укол. Первый укол в шею, второй укол в шею и до свидания. И до свидания. То есть не продолжился тренд по пробитию линии шеи и не было достижения вот этих макушек. Не было. Окей, значит, все это удаляем и говорим. Так, вообще, что у нас происходило? До этого у нас был восходящий тренд, к примеру. Вот. До этого у нас был восходящий. Ну, здесь неправильно прилепил. Ну, вот так вот. Восходящий. Ну, к примеру, я говорю. Вчера мы с вами видели пробитие нисходящего тренда. Вот. А нисходящий тренд кем пробивался? Каким-то неким другим восходящим трендом. И сегодня мы видим, что... пробиваем теперь восходящий тренд и идем вниз. Рынок для этого и нужен, чтобы всех обмануть и пойти туда, куда ему нужно. Теперь давайте сравним, кто вчера боролся. Помните, да, дагестанский и казахстанский борец, они вчера боролись и в итоге ничья, да? Почему? Потому что дагестанец стоит вот отсюда сюда и давит всех на 261, либо на 423, ну, он давит всех и говорит, я самый высокий парень на деревне, живу в горах, потому что люблю высоту, да, и вот он
на самой макушке стоит и всех пинает вниз, чтобы мы все скатились там на 423, на 685 и так далее, и так далее. Вот. Такую фибу нужно самому сделать, Александр. Мы рассмотрим чуть позже. То есть, согласно последнего поцелуя, касания 261 не было, находимся ниже сотого, еще раз забираем пипсовку и стремимся на 261. Окей, а вчера против этого борца выступал борец из подземелья, да? То есть, грубо говоря, вот отсюда он выдавливал вверх. То есть он говорил: ребята, я вас вытащу всех из подвала. Первого закинул на первый этаж, обещал всех закинуть на второй этаж, но у него не получилось. Не получилось на второй этаж закинуть. Окей. И вот теперь, соответственно, нужно понимать, где нужно стоять. Ну, я поэтому стою вот здесь в дагестанском коридоре. Вот, дагестанский коридор. У меня стоп-лосс 76. Я сейчас покажу, как это делать. Тейк-профит 261. Вот, тейк-профит 261. Рентабельности нет вообще. То есть стоп-лосс большой, тейк-профит короткий. Что делать, что делать? Ставим разделитель периодов обязательно. И прибегаем к помощи вчерашнего дня. То есть мы говорим: ну слушай, здесь у нас рентабельность большая, поэтому давай я уйду во вчерашнем коридорчике, кто был вчера самый высокий парень. Потому что каждый день же высокие парни меняются, особенно у девушек. То один парень, то другой парень. Поэтому вот я перехожу вот в этого парня. Перетягиваем сюда. Смотрите, имею право двигать стоп-лосс сюда, имею право тейк-профит подвинуть подальше. Вот примерно вот так. Вот, поэтому, что я еще имею право? Если совсем уж, ну, совсем уж жалко вот этих денежек, то тянем дальше. Стоп-лосс двигаем сюда, а тейк-профит двигаем сюда. Вот. Уменьшаем свои риски. Смотрите, как риски уменьшились уже. Ух, как хорошо, да? И увеличиваем свои эти, как его, прибыли. Свои прибыли. Вот. Но имеет, ну, как бы большой риск цеплять вот эти стоп-лоссы. Поэтому, чтобы этого не произошло, да, нужно сразу смотреть на опасность. Где стоит ваш стоп-лосс? Увеличиваем и говорите: а, ну, в принципе, мой стоп-лосс нормально стоит, потому что в любом случае вот здесь уже нужно будет разворачиваться. Значит, стоп-лосс стоит правильно. Ну и ладно, пусть себе он там стоит. Все. Таким образом, что мы сделали? Мы улучшили рентабельность и в любом случае будем уходить в бай вот здесь. Что мы определили? Что у нас сейчас sell и что у нас есть коридор опасности в бай. И стоп-лосс стоит как раз-таки там. За ним. А если бы стоп-лосс, смотрите, стоял вот здесь, внутри коридора, это было бы неправильно. Потому что, не доходя до пробития бая, он бы сносил ваши стоп-лоссы, это не есть правильно. Поэтому, если уж он здесь оказался, то в любом случае нужно выходить из сделки. Поэтому стоп-лосс правильный. Все. Резюме. Уходим в sell и имеем коридор опасности бай. Где мы в sell ушли? Здесь? А нет, мы вообще вот здесь где-то ушли. Вот здесь мы в sell ушли. Во, все. Вот здесь ушли в sell, потому что вот здесь мы будем приступать к баям. Вот так вот. Уменьшаем и получаем замечательную красоту. Какую красоту мы получаем? Дело в том, что мы получаем будущий Кремль. Будущий Кремль. Смотрите, это одна башенка, это макушка Кремля, это вторая башенка. Будущий Head & Shoulders. У него есть своя линия шеи. Вот она, ярко выраженная линия шеи. Вот такая. Где мы сейчас находимся? Мы находимся как раз-таки в процедурном кабинете и получаем уколы в шею. Первый укол, второй укол. Нам нужно что? Закрепиться ниже линии шеи, и тогда будет полный провал. Полный провал докуда? По системе правильного провала Head & Shoulders мы должны долететь до сюда. И как раз там стоит наш Take Profit. Следующая валютная пара. Фунт-доллар. Он вчера проколол линию шеи, по дороге уперся в наш 161, но у него восходящее настроение. Знаете, почему у фунта восходящее настроение? Потому что между ним и евро-долларом есть огромная разница. У евро-доллара, смотрите, первая линия, далее пробитие, поход вниз, и эта новая линия, которая формируется, она тоже смотрит вниз, потому что пробития настоящего хая по евро-доллару не было.
А вот у фунта, смотрите, это евро-доллар, а у фунта немножко другая картина. У него было пробитие вот этой нисходящей линии и обновление хая, поэтому у него фиолетовое уже смотрит вверх. Ну и по вчерашней картине видно, что фунт-доллар пробил линию шеи, никому никаких уколов не ставил, он просто залез в шею и все. И там в шее уперся вот здесь куда-то, не знаю, еще во что-то. Там уперся и теперь стоит между шеей и чем-то. И думает пробить это все и поплыть дальше к своему тейк-профиту. Поэтому по фунтику никаких решений не принимаем. Держим сделочку. Мы начинаем принимать только тогда, когда стоп-лосс будет снесен. Стоп-лосс не снесен, находимся все правильно, в коридорчике. Все линии совпадают. Касание 161-го есть. Что еще нужно? Это нормальный коридор, который мы выбрали. И вот здесь внизу одинокий зуб. И мы к продажам, ой, к покупкам приступали аж на здесь. Видите, аж на здесь. Благодаря чему? Благодаря последнему поцелую. Почему мы занимаемся вытяжкой? Я просто хочу, чтобы фунт ушел так далеко, чтобы вы потом говорили, когда-то, в августе 2016 года я вот здесь купил. Вот, сегодня август 2016 года, и я миллиардер. Ну, к примеру, фунт улетит, не знаю, к 2016 году, там, на какую-то другую цену. Вот. Но вы будете понимать, что вот здесь, вот в развороте вы зашли и удлиняетесь, тянете. Потом можно сюда тянуть. Потом можно еще куда-нибудь тянуть. И в итоге можно дотянуть вот до сюда и от него получить 261. Вот. Когда это произойдет, как бы вы скажете, какая долгосрочная сделка. Тысячу лет длилась. Ну, поэтому, если вас спросят, какой вы трейдер, дневной, часовой, вы скажете, тысячелетние. У меня есть тейк-профит, который, в принципе, я прогнозирую забрать в 2016 году. И это будет настоящий трейдинг. Окей, поэтому фунт ушел вверх, мы его пока не рассматриваем. Но у фунта есть опасность вчерашняя, смотрите. Это вчерашняя, помните? Последнее касание фиолетовой, бам-бам-бам-бам-бам, присели, еще раз фиолетовый. Вот это касание фиолетовой было уже без нас. Вот она опасность для фунта, смотрите. Вот это вчерашняя опасность, помните, взлет. Я ничего не трогал, это со вчерашнего дня. Взлетели, присели, ударились об что? Об фиолетовую, которая вчера была создана. Вот она, эта фиолетовая была вчера, об нее ударились, летим вверх. И по дороге встречаем хай вот этой черной свечи и им говорим, ой, вы здесь стоите, извините. И вот здесь происходит сейчас пробой фиолетовой. Но пробоя опасности не происходит, потому что на самом деле настоящий разворот у фунта будет здесь, а не настоящий разворот, он уходит в перепоцеловке. То есть быстрый разворот, я его называю. Перетягиваем сюда, перетягиваем вот сюда и... Мы видим столпотворение на чем? Не просто так в воздухе, а столпотворение на нашей Фибоначчи. Поэтому я вчера вам про это и говорил, что левый глаз у вас должен активно шевелиться, как у хамелеона. Вы смотрите сюда, а левый глаз у вас смотрит вот сюда. И вы понимаете, почему фунт здесь остановился. Да. Вот. Поэтому настоящий разворот, до него еще далеко, а вот предварительный разворот опасный уже здесь. Все, уже здесь. Вот только что кто-то спросил, где опасность для фунта. Вот она, опасность для фунта. Фиолетовая пробита. Первая попытка развернуться будет здесь. Будет здесь. Но настоящая попытка разворота, она должна быть вот здесь. И смотрите, как хорошо. Только после пробития сотки стоит наш стоп-лосс. Это все правильно. Поэтому, ну, как бы сказать, с Кутузовым Сергеем тогда общались, что Фибоначчи верхняя всегда будет совпадать с Фибоначчи нижней. Поэтому пока мы не пробьем вот этот уровень, потому что наш стоп-лосс на самом деле здесь стоит, настоящего разворота не будет. Но предварительный разворот наблюдаем вот здесь. Пипсуем там до 161, делаем что-нибудь там и так далее. Окей, поэтому резюме какое? Евро-доллар развернулись, да, и готовимся к пробитию Head and Shoulders, великого такого кремлевского. Вот. А фунт-доллар идет на отработку одинокого зуба, Head and Shoulders, кривосогнуто, выпукло, вогнутого, там, ну не знаю, горбатого верблюда, там, то есть идет на отработку разворотной фигуры вверх.
Первая его отработка уже состоялась. Смотрите, как она выглядела. Вот так вот состоялась его первая отработка. Вот теперь ждем вторую. Теперь ждем вторую. А где вторые его отработки? А, вот здесь они. Всякие разные. Вот это. Вот это. Вот это. И так далее, и так далее. То есть через некоторое время мы увидим, как фунт будет отрабатывать сюда, потом сюда и так далее. Поэтому понаблюдаем, понаблюдаем. Но если вдруг фунт развернется, у нас-то двухстволка заряжена, и мы сразу будем стрелять в противоположную сторону. Нам без разницы. Поэтому держим бай вчерашний, стоп-лосс снесен не был, коридор красивый, все замечательно. 161 отмечается, да, отмечается. 261 ждет, да, стоп-лосс. Двигаем? Нет, не двигаем. Почему? Потому что мы дисциплинированные трейдеры. Окей. Следующая валютная пара – золото. Ну, золотишко ведет себя особенно. У нее тоже есть линия шеи вчерашняя. Вот она. Это черное падение, подход и цепляем сюда вторую линию шеи. Опять отход. Опять, смотрите, укололи в шею и говорим, ой, извините. Потом, смотрите, укололи в шею, но следующая свеча телом не отрывается, открывается и вновь заходит. То есть два ложных прокола в шею и золото разворачивается. Почему? Потому что снизу у золота есть своя линия, которая держит золото. И она абсолютно параллельна линии шеи. Это редко бывает такое, что ну, нижняя линия получилась абсолютно параллельно линии шеи. И здесь мы видим пробой. Вот буквально часом назад кололи, пробили. Теперь вот этот час будет решать. Либо он заходит вновь вовнутрь, либо он отрывается телом и летит вниз. И у меня уже вот здесь заряжена двухстволка. Если вчера у меня был бай 40 лотов, сегодня у меня уже sell 40 лотов, от бая я отказался. Ну почему 40 лотов? Потому что основную торговлю я веду по золоту. То есть евро-доллар, фунт-доллар, они у меня идут как эти, как хедж. Да, вручную закрыл и перевернулся сразу, Павел, правильно. Ну потому что пришел сегодня, думаю, ну на том же месте. Мы же вчера были здесь, вспоминайте. Кольнули, стояли здесь. Здесь у меня 40 лотов стоял. Вот здесь у меня 40 лотов. Оно в просадке. Все, я убираю его из просадки, переворачиваюсь и ухожу вниз. Еще раз скажу, основная торговля, я люблю золото, а фунт-доллар, евро-доллар, они мне не родные, они двоюродные, и я их использую как хедж, то есть в любой момент я их могу позвать как братьев на помощь, но они двоюродные братья, они прибегают и говорят, я евро-доллар, я фунт-доллар, кому помочь? Я говорю, помогите родному брату золоту. Они такие, а, ну все, и помогают. Вот, поэтому не состоялся вчера взлет золота. Вот здесь вот золото в воздухе останавливается, и ну, новичок может спросить, слушай, понимаешь, почему он в воздухе остановился? Он не может быть такого, а старичок ему говорит, да какой в воздухе? Он не в воздухе, он на специальном уровне остановился. А новичок его спрашивает, а что это за уровень? А старичок ему говорит, а ты приходи на утренний семинар и на вечерний, ты поймешь, почему вот здесь вот золото вчера остановилось. Переходим на 4-часовку. Растягиваем Фибоначчи настоящую по золоту. И понимаем, почему золото вчера там остановилось. Потому что там стоит 13.44.410, главнокомандующий остановками золота вверх. Вот и все. А незнакомый с этой стратегией человек ломает себе голову, почему же здесь остановилось, и лепит сюда свои мувинги, к примеру, и думает, может быть, он на мувинге остановился, на каком-нибудь, нет, не на этом, и начинает подбирать сюда мувинги 50-й, 60-й, 80-й, потом вспоминает дату своего рождения, там, 89-й или 99-й, и начинает вставлять сюда разные мувинги. У меня есть товарищ, который торгует с мувингом от даты своего рождения, потому что верит во что? Верит в магию трейдинга. Верит в магию трейдинга. Одним глазом давайте смотрим на нефть. А что делать с этим золотом? Золотом продолжать продавать. У золота, напоминаю, у меня основная продажа, видите, стоп-лоссы стоят. Они стоят в настоящем высоком дагестанском парне, который живет в горах. Вот, и он идет на 261 уровень. Ну, это коридор, который не бывал еще на 261. И второй вариант, добавляю разделитель периода
и спрашиваю, кто был высокий парень сегодня, кто был высокий парень вчера, позавчера, там, и спрашиваю, в какой зоне я нахожусь, в зоне sell или в зоне buy? Ну, давайте рассмотрим высокого парня сегодняшнего. Вот, сегодня был самый высокий взлет, возврат, и я уже нахожусь в зоне sell. Да. Там профиты стоят, правильно говорить. Кто был вчера самый высокий парень? Вот он взлет, и я нахожусь в зоне селла. Я же нахожусь ниже сотки. В самом высоком парне? Да, в самом высоком. А вот есть, нет, есть парень выше. Он такой более высокий, симпатичный. Вот он парень. И я нахожусь в любом случае в зоне селла. На 261 не был. Стою на 161. Что мне делать, селл или бай? Конечно, селл. Конечно, сел. Вот. И где по коридору, по золоту опасность? Она одна единственная. За вчерашний день самый низкий парень по золоту был вот такой красавчик. И он уже подтвердил верхнюю цену 13.44. А, я сейчас 4-часовку смотрю, извиняюсь. Надо на часовке смотреть опасность. Но если еще раз пойдем на прокол 13.44, тогда будет риск для того, чтобы уходить в этот, в бай. Давайте на часовку посмотрим. Вот, на часовке, вот вы вот этого парня видите, вчерашнего, да, вот этих двух блондинов, и говорите, где вы находитесь, в зоне sell или в зоне buy? Конечно, один, был выход, смотрите, стоп-лосс, выход, касания 7.6 нету, и находимся ниже сотки. По вчерашнему последнему поцелую в sell находимся, а вот по позавчерашнему последнему поцелую, тема бая у нас закрыта. Почему? Потому что мы 76-й будем сейчас. Вот, сейчас будем 76-й сносить. Что это за стоп-лосс у меня такой? А, здесь как раз таки стоит стоп-лосс. Он не так, не там стоит. Вот, вот здесь должен стоять. Стоп-лосс от 4 бая вчерашних. Ну и пусть стоит, его еще не снесло. Потому что вот я вручную закрыл там этих 40 лотов. А вот 4 бая, они в принципе... Я даже их не заметил. Ну и они потому что не влияют никак своей нагрузкой, тем более стоп-лосс стоит здесь. Вот в этом коридорчике стоит стоп-лосс. А почему у меня там стоп-лосс стоял? Потому что правильно Фибоначчи по секрету номер 2, вот она. Поэтому стоп-лосс чуть-чуть выше стоял. Ну ладно. Резюме. Сейчас будем смотреть одним глазом нефть там и так далее. Резюме, что евро-доллар начали продавать. Вытянулись, стоп-лоссы сократили, находимся сейчас вот в этом коридорчике. 76-261. Некрасивый коридорчик. Единственное, что его разделяет, это вот эта черная свеча 41-37. Поэтому красивее, конечно, коридорчик вот этот. Вот этот. Либо вот этот коридорчик красивее, потому что он уже касался 161 уровня. Но почему мы растянулись туда? Чтобы сократить стоп-лоссы, чтобы не рисковать ничем. Не рисковать ничем. 13.20 пойдет на пробитие 13.50. Может быть, я не знаю, там, смотря какой уровень, 13.20 и пойдет на пробитие 13.50. 13.20. И пойдет на... Ну, может быть. Там, конечно, вот 13.22 стоит вот эта вот свечка. Фунт-доллар продолжаем покупать. Никто нам не мешает. Единственная опасность, вот мы ее уже видим. Вот белое-белое-белое. Бум, сможем ниже вот этого белого спуститься. Ну, будем начинать продавать. И золото начали продавать. Здесь по последнему поцелую вчерашнего дня. Почему? Потому что восходящий тренд по золоту кончился. Пробили, оттестировали с обратной стороны. И идем вниз. Ну как восходящий? Восходящий пол пробили. А может быть он дальше пойдет, потому что пробитие лоу-то еще не состоялось. А вот если мы уйдем уже ниже вот этого лоу, тогда уже дышать будет легче. Одним глазом смотрим на нефть. Нефть, вот как раз таки про трейдера-гимнаста, смотрите. Если вчера трейдер-гимнаст, а мы вспоминаем, кто такой трейдер-гимнаст, это у которого поясница хорошо шевелится, да? То есть зарабатывал вниз, он зарабатывал сначала вот здесь, забрал свой 261, потом вытянулся, забрал пипсовку на 161, потом еще раз вытянулся, и вот здесь нефть его обманывает, смотрите, пробивает и тут же уходит вниз. Но трейдер-гимнаст говорит, слушай,
ты меня не обманешь. Я возьму и переверну Фибоначчи и буду теперь в обратную сторону зарабатывать. И вот сейчас нефть, согласно Фибоначчи, в перевернутом виде, имеет выход из коридора с проколом 161 и стремится на 423, потому что нисходящий тренд по нефти закончился. Вот так вот выглядит это в уменьшенном виде, и вот так вот выглядит это в часовой красоте. Сейчас часовую красоту включи. Но здесь надо просто подкорректировать. Ну, короче, на 4 часовке здесь лучше. Почему я еще раз говорю, даже вот так вот, видите, пробито все. У нефти, у российского рубля, у доллар-иены и еще у каких-то там валют, у них на часовке много шума. Вообще, шума — это значит отсутствие логического графика. То есть здесь нет никакой логики по нефтяной часовке. Поэтому я всегда смотрю только 4-часовку. Более-менее идет сглаживание этих шумов. Есть разворот, есть пробитие последнего поцелуя, есть цель. Новая цель 52.64. Российский рубль сделал то же самое. То есть развернулся в свеча в свече, но в настоящий разворот не пошел. Идет вверх. Я это называю краткосрочным разворотом. Это что у нас? 579. Это дожи. И вот здесь вот ребята уже стоят в свеча в свече. Но это, ну, как бы некрасиво. Некрасиво. Почему? Потому что российский рубль в свеча в свече имеет, ну, за счет своего спреда, доходность вообще никакую. Поэтому пока что вижу, что доллар-рубль идет вверх, уже не идет вниз. Уже пока что так. Это был сброс пассажиров для села дальше. Для села дальше. По нефти? Может быть, может быть. Вообще нужно вот так в уменьшенном виде смотреть. Это может быть сброс пассажиров, да. Но единственное, что нефть сейчас вот как бы определяет, что она все-таки идет в восходящем тренде, это поход до сюда и дальше. Ну, то есть теперь мы будем сбрасывать байщиков, а вот здесь мы конкретно выкинем сельщиков. Ну, я понял вас, Павел. Здесь, да, здесь может сейчас сброс быть и поход до фиолетовой, но вот здесь ее начнут покупать всякие там Уоррен Баффеты, там Джорджи Соросы. Все те ребята, которые были на условно-платном семинаре, 27 августа пройдет очередной семинар, на котором вы научитесь рисовать фиолетовые, накладывать Фибоначчи и быть немножко после семинара счастливым трейдером. Я прощаюсь с вами на 6 часов. На 6 часов. Резюме на экран. Евро-доллар приступили к продажам, потому что терпеть покупки уже невозможно. То есть к продажам приступили, потому что пробивается в данный момент линия шеи. Держим бай по фунту. Уже у нас график не помещается, видите, потому что, ну, когда долгосрочно торгуешь, графики начинают не помещаться. Но здесь вот к продажам приступили, здесь покупки продолжаются, и здесь приступили к продажам, там позавчерашние селы висят, и основные селы стремятся сегодня к 261, потому что пробили фиолетовую линию и идем вверх. Линия шеи здесь живая по фунту, пока что вот здесь в бае, здесь уже в селе и здесь уже в селе. Еврофунт давайте посмотрим. Всем спасибо. Доллар-франк и еврофунт. А, давайте, вот здесь вот у меня нарисовано, кстати, смотрите, доллар-иена в рейнже находится. Это любителям иены. Ну, в рейнже. Никуда не ходит. Доллар-канада, красивейший поцелуй в бай. Ну, это просто наикрасивейший. Это классика последнего поцелуя. То есть, если даже вы у моей бабушки спросите, где здесь последний поцелуй, она скажет: а ты что, внучок, не видишь, что ли, где здесь последний поцелуй? Вот. Черненький подбежал, поцеловал, испугался и убежал. Все, это последний поцелуй по доллар-канаде. Австралиец доллар уже чуть-чуть и отработает свой тейк-профит. То есть был последний поцелуй, выход, пробитие фиолетового и сотого уровня одновременно. 76-го австралиец не касается, и ему осталось совсем чуть-чуть до 261-го. Доллар-франк смотрим.
Доллар-франк. Доллар-франк. И какую-то там еще валюту мы смотрим. Еврофунт. Файл, новый график. Еврофунт. Давайте посмотрим. Доллар-франк. Бумс, бумс. Ну, доллар-франк в бае находится, в чистом. То есть здесь нету села. Я почему так быстро говорю? Вот когда у вас глаз уже наметан, и вы будете понимать, что села здесь нету. Если раньше, когда вы были незнакомы с этой стратегией, вы как бы думали, а что здесь происходит вообще, то сейчас понятно, что здесь происходит бай. Есть у нас одноцвет, который уходил, достиг своей цели. Окей, достиг, да? Далее вытяжка. Вытяжка чувствует 161, далее вытяжка. Вот, и находимся в любом случае мы в зоне бая. И далее, к примеру, там еще одна вытяжка. Вот. И вот на вот этой вытяжке мы находимся на сотом уровне. Но мы где находимся? Мы находимся в бае. А если вы будете рассматривать sell, к примеру, то sell рассматривается здесь по доллар-франку вот таким образом. Раз, два, к примеру. И вы прекрасно понимаете, что вниз выхода не было для sell. И вверх тоже. То есть сейчас, в данный момент идет range по доллар-франку, но командует здесь. Это кто? Доллар идет range. Но командует здесь buy. Sell здесь не командует. То есть sell молчит вообще. Ему сказали молчать, и он молчит. То есть вот здесь он пытался покомандовать, но тело не закрывалось ниже сотого уровня. Доллар-франк в buy и по внутридневным каналам. Вот здесь есть 161. Смотрите, не было выхода, не было выхода. Один единственный выход, 7.6 не касаемся, пипсовка 161 уже закрылась. Села нету. Добро пожаловать в бай до 261. Отсюда до 261 со стопом на 7.6. Доллар-франк. Еврофунт. Еврофунт. Где там перемотка? Ну, еврофунт. Даже моя бабушка скажет, что здесь сел. Да? Почему? Потому что снизу никто еще не развернулся. То есть он не вернулся еще на 100%. Видите, вниз. А сверху командует вот этот замечательный парень, у которого был один единственный стоп-лосс достижения тейк-профит. А, он не было стоп-лосса. Вышел, вот он тейк-профит. Вот он тейк-профит. Теперь смотрите, после тейк-профита, ну это будем говорить об этом 27 августа, командует его двоюродный братишка. Вот этот двоюродный братишка в данный момент командует еврофунтом командует. Ну, помните, как у Чингисхана у него были там это, а потом были братишки. Вот этот теперь. Почему? Потому что этот уже добил свой 261, теперь этот командует. Здесь сел, чистый еврофунт до 261. Намека на бай пока что нету. Первый намек на бай появится вот здесь. Сейчас рейндж. Кто спрашивал про еврофунта, про доллар-франка? Я думаю, вопросов нет. До новых встреч. Резюме на экран. Не покупаем, когда уже все начали продавать, и не продаем, когда уже все начали покупать. И тогда вы будете счастливым трейдером. Это основное правило в трейдинге. Не торгуй против шерсти. Торговать против шерсти могут только ребята, у которых депозит 5,5 триллиона долларов. А все остальные торгуем только по шерсти. До новых встреч.